Здравствуйте! Это телефон Krüger & Mads Flow 6 Lite. Да, очень длинное название. Вы попали на канал Hard Reset Info. И сейчас я вам покажу, как на этом устройстве изменить язык системы, естественно. Ну, там может еще язык клавиатуры изменить. Итак, для начала нужно сбросить шторку громкости. То есть откинуть ее вниз, не знаю, как сказать. И нажать на меню настроечек, то есть зайти в настройки. Дальше. Ну, вы можете зайти в настройки и через меню, это не принципиально. Итак, спускайтесь в самый низ и выбирайте последний пункт. Система. Выбрали. И самый первый пункт, это глобусик, после которого написано язык и ввод. Нажимаете. И видите первый пункт. Языки. То есть русский, Россия. Мы можем добавить какой-либо язык. Например, мы хотим добавить... Не знаю, какой язык мы добавим. Давайте такой... Я что, уже выбрал белорусский? Ладно, хорошо, мы выбрали белорусский язык. Супер, без проблем. Проблемы нет. И теперь для того, чтобы этот язык стал языком системы, внимание, на этом очень многие обламываются. На самом деле все очень просто. Все, что нужно, это взять. Теперь видите, появились такие точечки. Взять и белорусский язык перетянуть наверх. Все, чтобы он стал первым, а русский стал вторым. И все, мы видим, что тут уже есть мовные параметры. То есть мы переключились уже на белорусский язык. Додать мову, можем добавить язык, можем еще украинский добавить для полного колорита СНГ-шных стран. Ну, в принципе, и все. Всем спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И не забывайте писать комментарии. До скорых встреч.